мы их провязываем 2 петли одной изнаночной петлей. Так, провязали. Так, дальше вяжем изнаночную. Поворачиваем. Так, что у нас тут образовалось? Смотрите, это у нас получилось уже 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 петель. Так, теперь у нас здесь 11 целых вот жгутов, да, вот крайних. Мы сейчас будем просто вязать по рисунку. Закроем 11 крайний. Провяжем дальше один, посмотрим сейчас, один или два ряда и начнем делать скос плеча. Так, вот мы провязали последний жгут наш и часть, половинку, и переходим к формированию скоса плеча. Это у нас получилось, можете ориентироваться так, вот один жгут, вот не помню, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать с половиной, делаем скос плеча. В сантиметрах это будет. Это 40 сантиметров с резинкой. Так. Мы сейчас будем вязать по рисунку, но не довяжем. 5 петель, 1 кромочная у нас была и 4 от жгута. Так, вяжем. Вот 5 петель мы не довязали. Мы теперь поворачиваем наше вязание, снимаем крайнюю петлю. Видите, покажу, как лучше. Так. И теперь заводим назад нить, получается такая вот двойная, чтобы дырки не было. Я уже, кто хочет, посмотрите в уроках у меня на канале. Это укороченные ряды. Так, вот мы провязали. Следующий ряд. Вот видите, получилось, мы до этих пор не довязали. Теперь мы дальше вяжем, провязываем. То мы провязали сейчас так, третья петля и провязываем четвертую. И вот дошли до двойной петли, которая при повороте образовалась. Мы опять поворачиваем.
И теперь на эту сторону вот так, чтобы двойной не было. На лицевой, на себя, на изнаночную, от себя. И дальше вяжем по рисунку. Так, все мы провязали. Так у нас вышло. Сейчас закрываем петли. Я говорила, сколько 11 петель у нас здесь. Так, закрываем петли. Закрываем петли таким образом. На лицевой будете лицевыми, а на изнаночной изнаночными. Две петли вместе я закрываю. Две петли вместе, одну провязываю. А двойная провязывается две вместе тоже. Так, все, мы закрыли. Теперь мы срежем нить и все. Так, я отрезаю. Так, посмотрим, что у нас получилось. Смотрите, вот у нас, видите, это скос плеча. Смотрите, как хорошо вышло. Вот, смотрите, так. Это горловина. Видите, какая симпатичная вышла. И пройма. Видите? Так. И вот тоже пройма. Вот горловина. А вот жгут, видите, как красиво получилось впереди. И горловина. Так, вот у нас горловина. Я набрала здесь по краю, вот по плечу, да, 5 петель. И продолжаю вязать. Для чего? Для того, чтобы вот сейчас свяжу. Сейчас я вам показываю. Будет красиво и удобно. Вот наша спинка. Так. Теперь смотрите. Вот горловина. Вот так она будет пришиваться. Видите? Вот так я ее пришью. Смотрите, как она будет хорошо смотреться. Это как бы с этой стороны изнаночная. А на лице сейчас покажу. Вот я ее так пришью. Так, а вот на лицевой стороне сзади, когда пришьется, тогда я вам покажу уже. Как бы так. Это я просто пустила момент, сейчас решила показать. Вот. А так она будет идти. Очень хорошо. Все замечательно. Все. Все. На этом все. Спасибо за внимание. Продолжим. Да, на следующем уроке уже вязать рукава. До свидания. Подписывайтесь. Пишите комментарии. До новых встреч.